прибежала в МТС. Мне пришла смс-ка, если вы не подтвердите данные паспорта, там, значит, меня, мой номер заблокируют. МТС у нас находится вот где же автовокзал, в Новомихайловском. Режим работы ежедневно, но временно закрыт. Ближайший магазин Туапсе Карла Маркса. Вот в чем беда маленьких поселков, что спрос маленький, все закрывается. Придется по ссылке переходить. Хотя я хотела все по старинке, мы же уже не молоды. Нифига. Так что будем дома разбираться. А сейчас едем на море. Как опустел поселок. Опустили. Сейчас покажу нашу автостанцию. Даже это у нас не автовокзал в Новомихайловском. Автостанцию. Все пусто, хотя на улице еще, ребята, круглое лето. Круглое. Ну, просто лето, короче. Пошла к машине, не солоно хлебавши. На улице реально лето. Ну что, мы на набережной. Смотрите, сколько. У нас какой-то чемпионат по футболу, походу, проходит. Набережная уже, конечно, опустела в плане торговых точек, рядов. А здесь погода, люди отдыхают. Ого! Ого! Представляешь? Начало октября. В середине уже, 6 октября. Ни одного человека не было после 20. Еще катают и на таблетках, и на катерах. Вот так. А так вот песни еще поют. Катер много приехало. Да. А на набережной все закрыто. А Лена меня куда-то... В какой бутик ты идешь? Вот сюда? Вот это бы зашла. Ну, знаешь, я сюда зашла год назад как-то. Хотела себе что-то купить после сезона. Вещи хорошие. Тут цены, мама. Я зашла, он мне говорит, вы извините, но у нас очень дорогие вещи. На меня посмотрел. Извините, говорит, но у нас дорогие вещи. У ней это денег... мне напомнило, знаешь, что... У ней денег... Фильм «Красотка». Да. Прикинь? Вот этот вот бутик. Я даже заходить... Ну и все, тогда не пойдем. Вот, у них их не же бутик. Чайка, чайка, какая чайка! Огромная. Они еще один открыли бутик вон там. Он там открыт, вчера он был открыт, посмотрим. Нужно открыть что-нибудь, девчонку. Да я хотела, знаешь, что эту самую толстовочку под без рукав. Ой, какие-то жилетики, шубки. Но у нас есть сами белая шубка. А Василина меня куда-то целенаправленно ведет. Она знает. De la moda. Работа шла, я пакет оставила, и все, и она мне ушла. Мне не нравятся эти рубашки. Мне нравятся, знаете? Ну, это молодежный стиль. Мне нравится вот это
Вот да. Это на этой женщине, вот на этой. Сейчас спросим, сколько стоит. Смотри, же на зиму. Смотри, какая, да? Смотри, потрогай, какая. Давай, пожалуйста, синяя, нет, а то каждый подходит. Да, мы понимаем, конечно. Трогает. Оливковый цвет какой-то. Вот трогает, видишь, он трогает, он толстый. Здесь потрогай. Да. Посмотрели костюмы от 7500. Такие же примерно я смотрела на Озоне, на Вайлдберрисе. 4 500. Вот тетка себе выписала. Да, ну то есть здесь пляжные цены держатся до сих пор. Ну, скидочку вам типа сделаем, она сказала. Ну, сколько 500. Она? Ну, 500. Ну, может, еще скинет. Только продать. Хотя могли бы уже к концу сезона. Ну, они в другом, сейчас они переедут в другое место будет. У них же магазин. Если магазин все перетащит, и все. Мы зашли в Лунный, купили попить. Надо пойти, мы хотим есть, купить шаурмы. О, мороженое, смотри-ка, еще открыли. Я уже думала, все здесь. Ах, там выписывают, какие кренделя. Ребята, лето. Лето. Ну, купаться, теплая вода-то. Ну, теплая, конечно. Вчера, если мы с тобой купались, было 24. А не звонила? Скажи, обещали. Танюшка в баню все равно уходит. Мы все что-то провозились, собирались идти к Татьяне на шашлыки. Снежана дома уборкой занялась, я у себя в гостинице тоже двор убирала, столы собирала, остатки перестирала, которые мы только собрались, короче, мы. Время второй час дня. Время уже, да. Пока туда-сюда, на пару часиков сходим. В общем, ходим-бродим в поисках шаурмы. Это самое. Вот это. Два ресторана осталось. Кафе, как их назвать. А, нет, Давид тоже работает. Богемия, Золотая корона. И снова ребята вытащили лежаки, сдают лежаки, представляете? Снова солнышко выглянуло. Ну, жарить-то не по-детски, прямо жарко. Ну, продуктовый магазин, это что самое интересное, все закрылись. Ну, потому что они не ожидали, наверное. Мы не можем найти, где купить водички. И шаурмы. Шаурмы мы сейчас здесь закажем, они работают. Так у них есть, по-моему, лимонад на разлив. А, ну да, кстати. Молодцы. И шашлыки еще есть. Вечером было. И шампиньоны. И крылышки. И осы. И мангал с мясом. Курица жарится. Когда голодный? В общем, взяли белый соус. Три голени. Четыре крылышка. И две водички. Вот такие. Ребята, цены до сих пор курортные. Летние. Отдали 1300 рублей. Представляете? Офигеть. Ну, да ладно. Ох, мать ты моя женщина. Осы, все. Началось. На императора тут снова налетели. Тут как. Она их боится. Вчера от них отмахивалась весь день. Вот еще чайки. Вологодские. Ну все, ладно. Всем приятного аппетита. Хлебушка забыли. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Thank you.
so much attention. And when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Ну, а мы накупавшиеся, довольные, на улице все еще жарко. Загрузили Васильевну. Все, переезжает она с Диаманта. Перевозит вещи. До дома. Все, погнали. Сильно ворота за мной хочет закрыть. Стоит.